Привет, меня зовут Босс Бабос. Я покажу тебе самые зажигательные вечеринки и расскажу, как открыть свое дело в Шараме. Итак, поехали. Отдыхать и веселиться лучше всего в клубах. Это клубный квартал. Выбери клуб, в который ты хочешь пойти. Можно потанцевать в клубе на пляже, посмотреть футбол в спортбаре или оторваться на крутой тусовке в рок-клубе. Чтобы заинтересовать гостей, каждый клуб придумывает свою развлекательную программу. В одном клубе ты сможешь посмотреть выступление циркачей, в другом – оценить танцевальное шоу, в третьем – послушать джаз. Проголодался? Закажи что-нибудь вкусненькое. И не забудь поделиться с друзьями. Понравилось на вечеринках? Мечтаешь открыть свой клуб? Заглянем в корпорацию клубов. Здесь собираются бизнесмены. Хочешь, как они, стать владельцем клуба? О том, как это сделать, ты узнаешь из клубного путеводителя. Выбери клуб, придумай ему название и обустрой его. Вау! К моему спортбару отлично подойдут эти пуфики. Да! Не забудь о еде и напитках. После танцев и развлечений гости могут проголодаться. Клуб готов к открытию? У входа уже собрались гости. Пускать их на свою вечеринку или нет, решать тебе. Клуб – это твой бизнес, поэтому ты сам сможешь назначать цену на вход и еду. Чем ниже цена, тем больше у тебя посетителей, а значит, выше доход. Вероничка сделала заказ. Принеси его и заработай смешинки. Чтобы твой клуб был популярным и отличался от остальных, придумай прикольные развлечения для гостей. В клубный квартал постоянно приезжают новые артисты. Пригласи их. А что, если устроить в клубе спектакль? Порепетируй с друзьями, подбери костюмы и порадуй гостей интересной постановкой. Как раз сейчас идет спектакль «Три мушкетера». Твои гости любят красивую музыку, ты сам сможешь сыграть для них на барабанах, арфе, синтезаторе или рояле. Постарайся, чтобы в твоем клубе было всегда весело и интересно. Посетители будут в восторге, а ты сможешь стать душой компании и успешным бизнесменом. До встречи в корпорации клубов!